Мы также обменялись мнениями о положении дел в Сирии, высказались за активизацию переговорного процесса в рамках Астанинского и Женевского форматов. Убеждены, решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой Организации Объединенных Наций. С российской стороны обратили внимание на необходимость проведения тщательного и всестороннего расследования инцидента 4 апреля в Хан-Шайхуне. Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели мирных сирийцев нужно, безусловно, найти и наказать. Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования.